Да где денег взять? А может, занять у соседей? А чем отдавать будем? Отдавать надо. А отдавать будем молоком. Если молоко отдавать, зачем тогда корова? Значит, надо что-нибудь продать. А что? А что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. А давай, Шарик, мы тебя продадим. Это как так? Меня? Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Ура!